Переговоры о сотрудничестве в сфере внешней трудовой миграции прошли в Корее. В рамках рабочей поездки делегация нашей страны провела ряд встреч, подписанные важные соглашения. В фокусе внимания вопрос увеличения квоты для трудовых мигрантов, въезжающих в эту страну. Город Сеул. Впервые в рамках сотрудничества организован узбекско-корейский трудовой форум. Мероприятие стало площадкой для предложений работодателей производственных предприятий и компаний сервисных услуг о привлечении в эти сферы специалистов из Узбекистана. Обсуждены и другие важные направления безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции. На форум были приглашены более 100 потенциальных работодателей из Республики Корея, которые были ознакомлены с системой безопасной, легальной и упорядоченной трудовой миграции. В рамках форума агентство по внешней трудовой миграции заключило ряд соглашений и меморандумов с работодателями по организованному трудоустройству наших граждан в последующем в крупных предприятиях Республики Корея. На сегодняшний день количество наших граждан, временно работающих в Корее, составляет 13 400. На встречах также обсуждались вопросы защиты их прав. В этом году в Корею было отправлено около 4500 граждан Узбекистана. Также рассматривалось направление привлечения наших квалифицированных специалистов для работы в этой стране по визе Е7. В настоящее время в Республике Корея возрастает потребность квалифицированных рабочих в сферах судостроения и сельского хозяйства. Проведены переговоры о привлечении граждан Узбекистана в эти сферы для временного трудоустройства по визе типа Е8. Результаты взаимовыгодного сотрудничества, достигнутого на основе совместной декларации о стратегическом партнерстве, вопросы обеспечения реализации действующих меморандумов в сфере трудовой миграции. На переговорах в Министерстве занятости и труда Республики Корея рассмотрены вопросы увеличения квоты для трудовых мигрантов, въезжающих в эту страну на основании визы Е9. Было отмечено, что все выдвинутые в ходе встречи предложения узбекской стороны будут всесторонне поддерживаться. Также были обсуждены этапы подготовки к выставке «Экспо-2023», которая пройдет в городе Пусане, где будут участвовать представители Узбекистана. Между Министерством занятости и трудовых отношений нашей страны и профильным Министерством Кореи подписан меморандум о взаимопонимании.